вот плакать, думать о нем, страдать, когда вот, ну, вы даже не общаетесь. И все, и в моменте вас переключат, и вы начнете жить эту жизнь заново. И все. Сейчас. Как твои родители отреагировали на такой резкий скачок твоей популярности? Ну, как минимум, папа, он даже не догадывается о том, что я там какой-то тиктокер. И все такое. Мама, она была рада за меня, потому что я давно этого хотела. Ну, нельзя сказать, что я прямо этого добивалась. Это чисто, наверное, больше удача. Но я об этом говорила, то, что да, я бы хотела быть популярной. И мама была просто очень рада. Вот даже сегодня мы просто идем с мамой. И со мной подходят мальчики фоткаться. Вот, мама офигела. Нет, ребят, я живу в Киеве. Да, я в стримлю второй день подряд. Вот, поэтому надеюсь на ваш актив, ребят. Ну, tap to screen, как бы, да. 100 тысяч лайков, давайте. И, нет, я не смотрю комбинацию. Мне сейчас... Я сейчас смотрю другой сериал. Очень, кстати, старый. Очень старый, но... Блин, мне нравится. Во сколько лет вы начали с парнем встречаться? Ну, первый раз мы встречались, когда мне было 13 лет, потом мы расставались, потом мы не общались, потом мы заново начали просто общаться, просто общаться, да. Такая передружба была. А вот именно вот прям, что вот встречаться вот отчет от вот этих вот полгода, как мы встречаемся, это мне было уже 15. У меня подруга общается и гуляет с моим парнем больше, чем я. Что делать? Бросать парня и подругу. Определенно. Фу, ненавижу такую. Мне сейчас 51 наоборот. Скоро будет больше на год. Я не могу просто говорить возраст на эфире, поэтому говорю максимально странно. Что делать, если нравится парень, но мне кажется, что мы никогда не будем вместе. Вот никогда вы вместе не будете, вот, ну, не знаю, с Леонардо Ди Каприо, да? Это, в принципе, unreal. Ну, и то, не факт. А вот с вот этим вот просто обычным мальчишкой, то есть все шансы. Ты просто себя недооцениваешь, я в этом больше чем уверена. Это норма, что подруга встречается с тем, кто тебе нравится, но она знает, что он тебе нравится. Ну, у меня было такое, то, что вот нам с подружкой нравился один мальчик, вот, но так получилось, что у них...